потребен душе божественный светильник, Дух Святый, благоустрояющий сей омраченный дом». Евангелие от Луки, глава 15, стих 8. Вдова, потерявшая драхму, сперва зажгла светильник, потом привела в порядок дом, и когда приведен был дом в порядок и зажжен светильник, тогда нашлась драхма, зарытая в ссоре, в нечистоте, в земле. И душа теперь не может сама собою отыскать и разделить между собою собственные свои помышления. Но когда зажжен будет божественный светильник и внесен свет в омраченный дом, тогда душа увидит, как помыслы ее погребены в греховной нечистоте и тине. Воссияет солнце, и тогда видит душа погибель свою и начинает собирать свои помыслы, смешанные с сором и всякую скверную.